Мы бегом, 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 уже сели в машину, загрузились и выехали сейчас на Костко, как всегда, заправимся и поедем в Лос-Анджелес. Нам дороги 4, ну, 4,5 часа, еще будем останавливаться, подбольше будет. Сейчас у нас 6:30 утра, мы планировали выйти в 6. Опоздание пока 30 минут. Опаздываем, жесть. Да, Даня у нас хочет спать. Да, Дань? Да. Даня в новом кресле. Тебе удобно, Люсь? Да. Да, все. Мулимек у нас с собой, еда у нас с собой, вещи там. Вот, дождика сегодня нет. Классно. Но такие тучки гуляют. В принципе, тепло. Все, да? Всем привет. Нам счастливого пути. Как всегда, едем и любуемся этой красотой. Такими видами. Утренняя Калифорния. Смотрите, в какой туман мы въезжаем. Надеюсь, вам не надоело любоваться калифорнийскими видами. Потому что нам нет, да, с утра до вечера. Так, невозможно от этого устать. Просто в восторге от Калифорнии, поэтому каждый день каждый смотрим раз на все это с огромным каким-то внутренним чувством восторга. Да. Посмотрите. Ой, это вода, видите, и от воды идет сейчас пар, видимо, из-за разницы температур. Кому-то нравятся мегаполисы, даунтауны, высотки, стекло. А вот мне нравится природа. Вот именно вот такая природа. Авокадо 10 за доллар. Саш, мы каждый раз собираемся доехать сюда. Так и не получается. А мы в пути. Работаем. Записываем для вас видео. Саша еще рулит параллельно. Успеваем кучу дел одновременно делать, да? Все с пользой. Не минуты простоя. Все как надо. В такую красоту мы въезжаем. Видите, это облака. А здесь вообще просто небо на земле лежит, в буквальном смысле слова. Так, мы въезжаем сейчас, это горный перевал. Вот сейчас мы вот в те облака въедем. Вершина гор вообще не видна. Не видно даже. А мы сейчас будем зеленое все. Саш, мы в прошлый раз ездили, помнишь, не такое все зеленое было. Так пасмурно, удивительно. В Лос-Анджелесе вообще, если у нас в долине, в Силиконовой, дождики хотя бы иногда бывают. А в Лос-Анджелесе же, говорят, их вообще почти не бывает. В Лос-Анджелесе, если дождь, то это ЧП, там люди в аварии попадают, потому что отвыкают настолько от дождей. И вот, похоже, мы попадаем именно в такой момент. Очень красиво. Шикарно. Как красиво, вот внизу катера, пляжи такие узенькие, вообще, вот где я хочу на катере в путешествие. Вот нам надо в Лос-Анджелес. Вообще, какая красота. Очень красиво. Видите, тут спуски, вон там есть площадки оборудованы для катеров. Цвет воды такой классный. Мне кажется, там даже можно купаться, такой берег, песчаный, да, и островов посередине. Да, таких вот посередине, вообще. Всем привет. Еще раз. Я в офисе доктора. Сейчас надо будет прополоскать. Видите, здесь крем для рук, да, лосьон, мыло, салфеточки. В общем, все очень цивильно. Так не хочется идти. В офисе в ожидании. Мы сейчас приехали в другой офис. Потому что у меня есть некие проблемы. Вот, классный офис такой, видите, кофе можно себе сделать, чай, телевизор. Вообще суперская обстановочка. Но, наверное, цены здесь тоже суперские будут. Сейчас посмотрим. А мы с суперсобачкой познакомились. Да? Давай, вот так. Да, гуляем. Вышли только на площадку. Держи с ней, она будет тебя обнимать. А она ко мне хочет. Собаки знают своих людей, да? Узнают, Тане понравилось.
Получилось. Даня цветочки собирает. Ай-яй-яй-яй-яй. Это у нас чай, я еще Даня дома делала с медом чай. Так удобно, вот эти термосы тоже, они тепло держат, то есть там теплый, почти горячий чай вот с самого утра стоит. Это мы уже ее сейчас уронили. Дорогу переходили. Даня прям на дороге его выронил. Держал за ручку вот за эту. И он у него дедаищ поцарапался. Даня, пожалуйста, не рви цветы, мы с тобой говорили. В Лос-Анджелесе тучки первый раз. Зато хорошо, не жарко. Спасибо большое. Спасибо тебе. Ну вот я в кресло уже зашел. Смотрите, какие интересные тут картинки. Ну что, надеюсь, все быстренько пройдет. И мы поедем дальше. Я пока в кресле, а Настя пошла с Даней в парк через дорогу прогуляться. Потом Настя на это место сядет, а я пойду с Даней. В общем, жду врача. У нас вот эти вот соки Naked из Костка, смузи, прям спасение вообще. Саша у нас сегодня очень долго. Вот, и мы заждались без обеда пока. Вот хотя бы у нас такой классный перекус с Даней. Тут очередь, посмотрите, какая. Мы приехали на заправку, сейчас находимся в Лос-Анджелесе. Я уже, как вы видели, зубы полечил. Вот сейчас мама у нас пошла, ее очередь. А мы решили съездить тут недалеко, заправка Коска. Здание заправится, очередь нереальная. Самое, что прикольное, вот видите, кто-то в шортах, в футболке. Сегодня на улице 16 градусов, для Лос-Анджелеса очень холодно. Вот я сейчас был в кабинете у зубного, медсестра ходила и говорила, какой холод, такого холода даже зимой не было. Я тоже в шортах и футболке. Вот вам Лос-Анджелес, хотя вот на этой неделе уже рисуют через 3 дня плюс 30 днем. А сегодня даже немножко пасмурно местами, облака есть. Можешь позировать. Так, как всегда я. Так, мы... вот так, как всегда, я так. Да, я так говорю. Да. В этом моя изюминка. Ну что у тебя с зубами сделали, хоть расскажи нам. Ничего мне не сделали. Опять? У нас беда бедовая. Кстати, между прочим, вот скажите мне, пожалуйста, в России есть такое? Просто мы слышим об этом первый раз. Ничего, что такая интимная тема, как зубы. В общем, надо ставить коронку, да? Заболел зуб, пломба была, теперь коронку надо ставить. Выясняется, что зуб живой. Даже сначала вообще на самом деле была хуже история в том плане, что она мне все подготовила под коронку, поставила время, но он меня болеть начал. Вот, и... Не, ну она-то знала, что он живой. Это ж не потом выяснилось, они заранее все снимки делают. Да. Ну, а по идее, как это делается? Вот в России как всегда делали? То есть ты чистишь зуб, удаляешь нервы, прочищаешь каналы, пломбируешь. Она хотела сохранить нерв, живой зуб. Она его подготовила под коронку, а он же заболел после того, как тебе временную поставили. Да, и она говорит, ну, тогда надо удалять нервы, раз он болит. Но я этого сделать не могу. Потому что зуб суперсложный какой-то там, вот такой вот какой-то вот там корявый. Корни там в узелок завязаны. Узелок завязанный, нужен микроскоп, нужны специальные инструменты. Это было на самом деле еще в феврале месяце, когда мы ездили. Вот, и вам нужен эндодонтист, врач. Ну, супер, не вопрос, пойдем к эндодонтисту удалять нервы. Конечно, для нас это был сюрприз, для меня это было вообще неожидаемо. И изначально даже утраты времени, то есть нужно искать другого врача, к нему идти. В общем, один прием пропустили, я никуда не записалась. А сегодня вот как раз ездила к эндодонтисту сначала, мы договорились, что он все сделает. Но они насчитали $1400 за то, что они мне удалят нервы в сложном зубе. И еще при этом это будет не за один день. Прием, да. Они сначала его вскроют. Туда лекарства. Да. Потом через неделю приедешь и берут лекарства, еще что-то будут делать. А потом через микроскоп начнут удалять
удалять нерв. Нам все-таки на минуточку 5 часов езды, да, это сколько мы километров? Мы обалдели. Сколько километров? Ну, у нас 350 миль, это получается 500 километров. 500 километров в одну 600 сторону. Даже, мы да. же не можем вот туда-сюда вот, ну, как бы мотаться, мы на это не рассчитывали. Мы сегодня вообще планировали все доделать. Мы хотели Настя к двум врачам, чтобы одновременно удалить нерв и тут же ее закрыть, поехать к нашему врачу, кого мы лечимся, закрыть пломбу и на этом все закончить. У нас бы все было не пломба, а этот, коронка. Да. Так самое, что интересно, у меня одна коронка подошла. Ну, этот имплант не делали, он тоже из трех частей состоит. Первый еще в начале весны делали, ставили. Вот, а вторая коронка, которую она тоже подготовила, все, ее месяц изготавливали в какой-то лаборатории, керамика, там идеальный цвет, крепкая, все дела. Она не подошла. И в итоге мы планировали сегодня приехать и все с этим закончить. И Насте один зуб, получается, нерв не удалили, его коронкой не закрыли. И я в итоге одну коронку поставил, вторую не поставил. Да. У нас уже эпопея, это, да, мы когда с октября едем. Трындец какой-то. Здесь, долго. Конечно, мы все хотим. Медленно. Они не парятся ни по кому, ни по чему. 10 снимков сделают до, после, во время. А сегодня мы только временную поставим, а завтра мы что-то почистим, а послезавтра мы еще что-то сделаем. У нас придешь, где неважно, какой у тебя зуб болит. Зуб мудрости, а сейчас пломбу поставим. Все, достали, пломбу нервы поставили, до свидания. Достают, мне кажется, через час иди, все, у тебя все сделано. Я опытный человек в плане лечения зубов. В Америке совсем не так все. Чтобы идти к специалисту, я на самом деле сейчас, пока Саша делали, я погуглила офисы другие. Думаю, ну узнаю по ценам, может быть где-то дешевле, и все равно надо будет у себя там делать, ну у нас в Бэйри, потому что ну не наездишься в такой ситуации. Лекарство положить, его нужно будет проверять, а если будет сильно болеть, в общем, ну придете. Ну в общем, это конечно не так далеко делается. Вот, и... Нет, то, что плановое, мы сюда едем, потому что мы сразу делаем там 2-3 зуба, и у нас, конечно, намного дешевле получается. Да, это выгодно, но... Намного дешевле, чем в Эйре. Приезжать через неделю сюда нам не выгодно. Да, вот у меня еще имплант полностью, все, $900, а в Эйре он 5000 стоит. Есть смысл съездить? Конечно, есть. Пломба здесь стоит $70. Любая пломба на зуб любого размера. В Бэйри от 300. Но, конечно, есть смысл. Так что такие у нас дела. Мы сейчас едем в Тимикулу. Вот, это нам как раз подписчики посоветовали этот городок. Спасибо большое, мы его тоже посмотрим. Да, мы, наверное, там остановимся, в Тиникуле. Да, решили переночевать там. А Тиникула находится между Оранж-Каунти, это как раз... Ирвайном и Сан-Диего. Где-то посерединке. Где-то посерединке, да. И вот мы хотим посмотреть. Там просто цены заметно дешевле, чем в самом Сан-Диего, чем в Оранж-Каунти. И при этом школы суперские, десятки, девятки. Да, хай-скул, десятка вообще. Поэтому решили, поедем. Сейчас мы посмотрим. Наверное, там остановимся ночевать. Утром встанем, погуляем, и поедем еще погуляем потом по Сан-Диего, в Оранж-Каунти заедем, чтобы завтра весь день катаемся, а вечером домой. Но вы в любом случае с нами, ничего не пропустите. День продолжается. Вот мы едем по трассе, заедем. Ночью сегодня мы спали только 4 часа. Саша, это я вообще ничего не спал, так не уснул. Да. Очень красивый закат, да, вот просто передает, я вижу, камера шикарно просто. Вот. Так что заедем в гостиницу, нет, еще пока не стемнело, может быть, сейчас что-нибудь успеем еще. Ну, в общем, по ситуации, да. Едем в Тимикулу или Тимекула, как правильно, я даже не знаю. Поправьте нас. И спасибо за совет, посмотрим. Уезжаем еще, мы еще едем, нам еще много. Здесь очень интенсивное движение, гораздо интенсивнее, чем у нас в Бэйри. Но здесь-то уже сейчас нормальное, как да. у нас. Это в самом Лос-Анджелесе мы сейчас проехали, ехали. Обалдевали просто. Молодежи много, и ездят как укусанные в попу, я не знаю, носятся. Шумахер. Невозможно просто. Очень то с одной неприятно. Стороны вылетает, то с другой вылетает. Очень некрасиво. Как из пушки летит он перед тобой. Чу-чу-чу. Ну неприятно, отвыкаешь от такой манеры езды. И, ну как-то... Но это некорректная манера езды, это неправильно. Но это в самом Лос-Анджелесе. Сейчас мы выехали сюда, попроще, в Оранж-Каунти. Выезжаем в сторону Сан-Диего. Здесь
Здесь, конечно, дороги и почище все, и поспокойнее все. О, лодочку везут. Вот так мы скоро будем здесь ездить. Угу. Сейчас возьмем на аукционе катерок. Саша мечтает о лодочке. У нас в России всегда была лодочка. У меня их было штук 15 суммарно. Разные были, все перепробовал. Поэтому Саша мечтает. Вон, покажи домик на холме. Саш, не отвлекайся, слева. Пожалуйста. Вот я думаю, они когда спят, они с парашютом спят. Вот если землетрясение тряханет, то долго мучиться не придется. На с такой высоты. Передает такую высоту. Непонятно. Ну это, в общем, очень высокая гора, и они прямо на самой верхушке. Дом стоит, и таких много. Едешь, там такой склон, обрыв, и над обрывом дом. А если въехать? Ну, может, там похожая дорога была. Ну, тут как бы примерно все похоже на самом деле. Вон электрические столбы наверху, какие маленькие смотрятся. Да, здесь, конечно, вот эта часть поприятнее, чем сам Лос-Анджелес. Северная часть Лос-Анджелеса, конечно, помойка. Подожди, а тетенька, которая шла посередине дороги с тележкой? Да ужас. Это кошмар, мы едем, широченная дорога. Она идет еле-еле с тележкой. Вдоль, она бомжиха. Как бы не поперек, а вдоль. Просто прям посередине дороги идет с тележкой. Весь поток ее объезжает. Вот камера удаляет. Какая луна сегодня, полнолуние, видимо. Да, самое интересное, что горы. И вот сейчас чуть-чуть другой ракурс был. Прям над горами, луна, так красиво. Как будто лежит, словно лежит она. Это дорога в Тимикулу. Такая. Да, мы не понимаем, куда эта дорога, уже что-то едем. Но нам там уже близко минут. Сан-Диего будет. Это вот как бы ближе к Сан-Диего получается локация. Мы сейчас приезжали в неплохое место, Корона. Так и называется, Корона. Но в 20-м году и в 21-м это не актуальный город. Ага, а сейчас уже такой ободок на видео получается, луны красивый. Мы приехали в даунтаун Тимикулу. Вот как-то это вот так выглядит. Прикольно, так очень интересно да. сделано, да. Такой старый Старелый. Запад. Дикий запад, как они тут. А может быть, кстати, между прочим, может быть, это и есть какой-нибудь old downtown старый. Мы случайно как бы... задали просто даунтаун, центральная часть города. Людей никого, но, видимо, из-за того, что сейчас будний вечер. Да, и, кстати, ресторанчики полупустые все. Но уже, наверное, поздно. Нет, 8 часов, самое то. Но людей мало, да. Но зато здесь школы десятки. Мы решили заценить местный Walmart в Тимикуле. Сейчас что-нибудь возьмем с собой перекусить, то что время поздно, чтобы нам уже никуда не ехать. Даня, Дань, ты сейчас закружишься. Мы остановились вот в таком отеле. Добро пожаловать в Тимикулу. Очень симпатичный придорожный отельчик с хорошими отзывами, несмотря на его внешнюю скромность. Посмотрим, что внутри. Да, на букинге у него, понимаете, 2 звезды, а написано очень хорошо 9. Из 10 баллов. Редко такое. Даже у четверок меньше. Поднимайся. Нет, туда, правильно. Даже у четверок меньше отзывов. И очень вежливый персонал. Думаю, я не попробовать. Да, первый раз такой персонал. Стоянка бесплатная. И бассейн открыт. С 9 утра завтра сходим. Да. Это игра. А вид там горы, смотри, будет из окна. Вот сейчас темно, не видно, но там горы. Даня попросил на второй этаж. Да, мы хотели внизу, номера внизу были. Но он захотел, чтобы у него был вид. Вот там горы и дома наверху. Утром да, будем снимать. Будем, да, красиво. Снимать. Покажи, наша машина где осталась. Вон как отель называется, может кому-то понадобится. И адрес его. 28-980. Плохо видно, а мне не... Ну ладно, завтра еще. Вот такой. И вокруг горы. Вот сейчас видно только, да, разница? Вот небо светлое, луна. Мальчишки пошли. Видите, у них разноцветные дверки и на улицу вход. А какой у нас, Настя? Как в фильмах отель. 205, да. Главное, чтобы к чужим вот не войти. Красная! Ты красную хотел? Коралловая такая здесь какая-то. Одна, да, карточка? Да, одна, наверное, куда она? У нас чемодан, мы на один день меньше не берем. А у нас тут и компьютеры, и все. Да. Так.
Запах классный, номер шикарный. Все чистенько. Все, суперски, слушайте-ка. Отзывы, всегда мы по отзывам смотрим. Мы никогда не смотрим на звезды. Угу. Мы всегда смотрим на отзывы. Здесь люди просто 9 баллов оценка. Для отеля это редкость. Угу. Да. Я повторюсь, я посмотрел, у четверок меньше. Угу. Очень уютно, за его цена-качество. Нам, опять же, вот нужно буквально, ты посмотри, микроволновая печка, кофеварка. Вон кофе тут все эти, холодильник. А можно, знаешь, что, воду закипятить, например, да, чай да, заварить. Да. Все, стаканчики. Ну, она, наверное, есть. Через туда прольет. А зачем вот можно все сделать? Холодильник. Утюг тебе, все. Ванна, где тут все исключается. Подожди-ка я, сейчас. Ну, отлично, мне кажется, супер. Маски сниму, уставшие с дороги. Да, ой. Ой, куда же? Так, все, места много. Да, все ванна, чистенько. Туалет, да, все чистенько. Полотенце, все. Отлично. Супер, да. А эти шампуник нет, что ли, у них? Ну, они мне не... А, вот шампуньки. Это я просто так уж спрашиваю. Да. Я не люблю их пользоваться, у нас наши всегда с собой. Все, Дань, ты уже припух, да, сразу? А, да, он уже телевизор включили. Мы, у нас уже просто... один раз в Сан-Диего мы были. Спускаемся, нам счет. А что это такое? Вы фильм уже платный посмотрели. Мы в Мариотте были, да, по-моему, отель? Да. Крутой отель. Даня уже что-то умудрился там понажимать. Да, причем он ничего реально не смотрел. Да. Но они молодцы, они сразу такие проверили. То есть счет они нам дали, опять же, вам на заметку. Мы такие оба, на, они говорят, сейчас, секунду. Они проверили, что он там 5 минут, что ли, просмотрел. Говорят, ну это не считается, они нам его убрали. Так что так, все, нам спокойной ночи. Встретимся завтра. Пока-пока.